Здорово, народ. Угадайте, где я? Я нахожусь под землей. А если быть точнее, я нахожусь в окопе. Копаю, в общем, трубу. Это у меня вот наглядно видно. На 8 сантиметрах электрика идет, а вот это у меня вода. Вода еще уходит. Нужно еще на лопаты две прокопать. Если посмотреть, то я довольно-таки глубоко нахожусь, чтобы было понятно. Земля почти скоро будет по шею. Ну, то есть, как положено, да, на 2 метра, ну, на 1,80 м. Еще две лопаты будет где-то выше меня уже, или по мне. Нужно, короче, выкопать. Получается, уровень промерзания пока тут непонятен. Нужно следить, чтобы изгиб был гладенький. Вот тут сейчас плохо видно, но вот здесь я. Так, где свет? Видите, изгиб. Его нужно убрать. Надо аккуратно положить. Сейчас я пробую копать еще два штыка. Лопата должна, точнее, труба нормально лечь. Фу. Уже, конечно, устал. Тут все в земле. В земле здесь я. Вообще все. Таракан полетел. Некуда бросать уже. Я уже конкретно подзаебался. Время 10:30. Фу. Сюда уходит где-то на 3 метра длина. Вот где там сейчас, видите, поддон. То есть вот тут вот будет где-то здесь скважина. То есть, чтобы потом это все не копать, делаю сразу. Клад я пока не нашел никакой. Копать приходится долго и счастливо. Ночные обитатели повылезали. Сначала мучила жара, потом мучила мошкара, а теперь всякие вон червяки вылазят. Ух ты, как он быстро спрятался, ничего себе, реактивный червяк. Ну, короче, хочу сегодня доделать уже, трубу похоронить. Просто на ночь, по-моему, что-нибудь осыпется. Тут глина, поэтому оползней точно ждать не приходится. Фу. Так, первое кольцо я прошел, значит, метр уже пройден. Метр где-то... Где-то на трубе кончился метр. Если смотреть, метр где-то вот тут вот у меня. Ну, сейчас я поглубже углублюсь. Мы еще вернемся в эфир. То есть, получается, если смотреть и рассуждать грамотно, то промерзание в Московской области 1,80 м. Я хочу закопать на... Ну, сколько получится, хотя 1,5 м. Сверху положу еще пятерку и ППС. Немножко песка и сверху глина. И обязательно, когда будут подавать водоснабжающий кабель, он мне будет обвернут в греющий кабель. Ой, воду в дом буду же подавать тоже. И эту трубу оберну в эту. Так, тут меня кусает. В греющий кабель. То есть, чтобы... То есть, не замерзло зимой. Морозы редкие, но меткие. Вот этой зимой было неделю минус 25. Один день был минус 29. То есть уровень промерзания можете себе представить. Сейчас вот понять здесь, если бы нашел кусок льда, который замерз, я бы уже мог ориентироваться, покуда как тут что промерзло. Сейчас мы находимся на глубине конкретно, ну, где-то 1,5 м. И вот, даже нет, даже больше. Так. Сейчас, если я вылезу, тут где-то не была рулетка. Да, вылезти здесь такое себе исключение. Так. Короче, тут опасно. Ночные приключения. Так, в поисках потерянной рулетки. Она, вот она, отлично. Можем возвращаться. Да, как бы гости не смогут дойти ко мне, видите?
Тут целый Форт Боярд у меня. Опа. Так, ныркаем. И смотрим. О! Так. Ну, давайте посмотрим. Так. Пум-пум-пум-пум, да. Удобство снимать в окопе просто вообще. Полные ботинки этого гравия. Метр 35. То есть, да, кольцо мы прошли не сильно. Маловато, да? Странно, мне кажется, что здесь больше. Ну ладно. Метр 35. Нужно копать еще на две лопаты. Ладно, я пока покопаю, потом вернемся. Глубокая ночь. Фу, мы одни. Выкопал, короче, я еще много. В общем, вот с этой углублением, вот с этим, получается 1.51 м. Дошел до гребаной циклы. До конца траншеи вкопал специальный щит, чтобы земля не переезжала. Вот видите. Все, не осыпалось, то есть, чтобы сначала не начинать. Под низ бросил ДПС. Вот. Видно. Ну вот, если я приготовил, сейчас еще набросаю. О, вот так вот сверху сейчас на трубу. И давайте присыпем. Так, что такое? Что такое? Красная там, да, у меня. Короче, в этом месте труба сломалась. Сломалась, это плохо. Вот так она выглядела. Видите, сужение. И когда бы я толкал новую трубу, мне труба не прошла. То есть я бы грунт не смог продавить. Угол, это же все. Я срезал, сделал новый. То есть новый, протяжка поможет мне. Мы сделаем, то есть нормально протянем. И будет все классно, и будет все как положено. Ну а теперь сейчас я вот поналожу ФПС, слегка присыплю, это все трамбую. И все, и можно немножко подсыпать, остальное все утром. Если сейчас это не сделать, то за ночь немножко подсыпется, могут быть оползни. Вот в одном месте, вот тут у меня уже треснуло, уже готовится. Вот здесь вот трещина. Вот она началась. Видно, да, ее. И она даже где-то еще была. То есть она готовится уже упасть вот-вот. Вы сами понимаете, да, почти 1.5 метра вглубь, такая узенькая. Без подпорок может упасть. Это вот-вот-вот упадет. Эта часть. Непонятно. Поэтому уж сейчас готовлю, закопаю все. Пока там резать не буду. Хотя нет, отрежу вон там вверху, где-то 3 метра в запас возьму, хотя до туда всего 2 метра, плюс еще подъем, да, 1.5 метра, итого будет запас у меня 2 метра, то есть 2 метра могу в бок кольцо подвинуть. Лучше, короче, с запасом всегда делать, чем без запаса. Вот такие ночные у нас приключения, зато завтра уже спокойно могу собирать нашу опалубку. Почище эту траншею, все, он ее завалил, кошмар, конечно. Вторая чистая, а вот первая просто пипец. Завтра мне собирать опалубку, взять арматуру. Если успею, постараюсь, залью, потому что с четверга и тут дожди. Тут заливать хорошо, хоть ничего не надо. Это просто под воду. Поэтому с водичкой все будет хорошо. 1.5 метра. Промерзнуть трудно, плюс греющий кабель подкину. И будет, в принципе, нормально. Главное, чтобы не промерзало так глубоко.
Греющий кабель надо включать, когда уже будет, наверное, больше минус 15-20. А так, чтобы такой слой промерз, ну, можете себе представить, да? Фух, да, ночные смены не люблю, но предпочитаю утром спать до 10, а потом работать до часа, до 2. Ночью спокойно, тихо, никто не отвлекает, никто не звонит, никто не мешает. Вот за сегодня выкопал, получается, вот ту траншею и вот эту. То есть объем кубатуры можете себе представить. Вот я слышу, как сейчас земля вот-вот упадет. Поэтому буду закругляться. Ой. Надо закапывать, пока не случился оползень. Так, ладно, давайте. Еще увидимся. Счастливо.